Задержанный за превышение должностных полномочий глава теплоэнергии Илья Халтурин сегодня попытался обжаловать свой арест. По данным обвинения, Илья Халтурин дал указание на заключение договора с аффилированной компанией, чем нанес ущерб бюджету на 8 миллионов рублей. Сам обвиняемый, который был арестован судом Московского района, свою вину отрицает. Ваша честь, сейчас решается судьба моя и моя репутация. Я абсолютно честен и этим всегда руководствовался и требовал этого от подчиненных. У меня нет задачи что-то сокрыть. Я 20 лет в энергетике, и моя репутация не очень дорога. И меня смотрят в том числе и мой коллектив, и другие предприятия. Ваша честь, я очень прошу удовлетворить ходатайство. Ваша честь, я проживаю в Нижнем Новгороде, меня обутывают, как кто-либо живет, я в Нижегородской области. Ваша честь, никакого ущерба акционерным обществом «Теплоэнерго», акционеру и государству не причинено. Ни одной копейки денег, никаких договоров, никаких соглашений акционерное общество «Теплоэнерго», 100% учредителем которого является муниципалитет, нет, не было и, конечно же, не будет. Поэтому материала дела нет и, кажется, факт вступления. У меня не было никогда никаких, в мою сторону, нарушений, ни тем более судимости. Я очень дорожу своей репутацией. Я клятвенно обещаю, Вашу честь, не оказывать воздействия на иных и других участников судопроизводства, не скрываться от следствия. Кстати, областной суд с доводами Ильи Халтурина не согласился и оставил его под стражей.